Гости з Італії і артисти Башкірської державної філармонії. Так починається другий день міжнародного музичного фестивалю «Золотий шлягер». Разом з заслуженим колективом Білорусі, оркестром народних інструментів ім'я Леоніда Іванова, вони знайомляться з могилівською сценою. Для артистів Башкірської державної філармонії в опит такого роду фестивалів, як «Золотий шлягер», не перший. Візитна картка Башкортостана – музичний фестиваль «Серце Євразії». Там часто виступають і удільники з Білорусі. Тому питання творчого супрацовництва не з'явилося. І от в составі, звісно, була і Світлана Юріївна. От ми познайомились, подружились, але... Как подружились? Не только подружились, а заключили соглашение о сотрудничестве между Государственной филармонией имени Хусейна Ахметова Республики Башкортостан и областной филармонией Могилевской. Вот на основании этого соглашения мы находимся здесь у вас в гостях. Для себя я вот отметил, во-первых, то, что они очень профессиональны, безусловно. Во-вторых, они очень улыбчивые и открытые, что подкупает. Вот. Коллектив оркестра имеет. Да. На одной сцене артисты из Башкортостана выступят с итальянскими шлягерами. Мовный барьер не полохая. Злучение у працы знайшли хутка. Бо мова музыки простая и зрозумелая кожному. Я по миру езжу много, летаю много, концертов много, делаю большие туры с Эрос Рамазотти. Всегда чувствую и желаю, чтобы в сердце оставалось то тепло, которое мы дарим людям. Я давно мечтал сделать концерт вот именно итальянской музыки. И судьба таким образом распорядилась, что мы познакомились с Микеле и Татьяной. У другий день міжнародного фестивалю «Золотий шлягер» білоруський артист Андрей Колосов виконав відому російську пісню у своїй інтерпретації. Музичні гості з Італії підхопили мотиви. Знайти злучення різних культур змогли з допомогою оркестра народних інструментів ім'я Леоніда Іванова. Отрималося оригінально. Для меня, наверное, это ностальгия. Это моя юность, как раз когда все просто с ума сходили от Тото Кутуньо. И, конечно, жду эмоций, ретро, наверное, эмоций, воспоминания каких-то. Ну, а Екатерина, открытие, наверное. Да, мы как музыканты очень интересуемся различными видами музыки. Нам очень интересно услышать что-то новое для себя, тем более, что это вокальный опыт. Мы как хоровики, нам очень это полезно будет. Тем более фестиваль этот такие давние традиции имеет, так давно идет, и выступают такие люди, о которых мы помним только хорошие. И вот хочется еще раз прикоснуться, может быть, даже к молодости нашей прикоснуться. Нагадаем, урочистое открытие музычного фестиваля «Золотый шлягер» пройдет 26 кастрычника. У этой вечер на могилевскую сцену выйдут любимые и знакомые всем артисты. Ксения Мартусевич, Дяни Жавина. Новин региона.